Окей. Всем привет. Ну что, безвольные вы наши, недисциплинированные, что называется, совсем распустившиеся. Понятно. У остальных все хорошо, все замечательно. Проблемы только у нас. Ну что, начинаем новую, абсолютно глобальную, абсолютно новую тему. Такого у нас еще не было никогда. Почему мы об этом говорим? Мы говорим об этом потому, что мы живем во время, когда у человека очень много соблазнов вокруг. Всего интересного, что называется, в кавычках. И сила, энергия, внимание человека, оно и раньше-то не сильно было развито. А сейчас с этим делом стало еще намного хуже. Я 47 лет занимаюсь этими делами и 35 лет консультирую людей. И что я наблюдаю последние лет 20, наверное, больше, с начала миллениума, что у людей все меньше и меньше сил. Все меньше и меньше концентрации. И все больше и большее количество людей не в состоянии осуществить то, к чему они стремятся. Мы живем в век интернета. Интернет предлагает много чего. Понятно, что это мусор. Но это мусор, который привлекает внимание и отвлекает энергию на дела, на конкретные действия. У людей практически не остается сил. Отсюда огромное количество людей, которые очень недовольны собой. Я вижу это на консультациях. Они недовольны собой, в том числе и потому, что они находятся в состоянии неудовлетворения и раздражения. Это происходит от того, что они сравнивают себя там, где они есть, с тем, где бы они хотели быть. Поняли, что я сказал? Это касается очень многих вопросов, очень многих. Но принцип тот же самый. Люди недовольны своим положением. Но изменить эту ситуацию они не могут. У них просто-напросто нет сил. Нет праны, нет энергии. И огромное количество людей просто мечется в этой жизни. В возрасте 50-60 лет они задают вопрос, а чем мне заниматься в этой жизни? Вдумайтесь в это на секунду. Это не 20 лет, не 15. Ну, не 25, это вот 50-60 лет. А чем мне в жизни заниматься? Представляете, что это такое? Это можно назвать только одним словом. Катастрофа. Катастрофа.
если посмотреть глубже в причины, а мы всегда смотрим в причины, возникает главный фундаментальный вопрос. А есть ли у людей какие-то цели или смысл жизни? Вот любое движение везде и всегда имеет какую-то цель. Мы движемся из пункта А в пункт Б. Может быть, еще какой-то. С, Д. И так далее. Но есть цель. Движение возможно к цели. Проблема заключается в том, что у многих людей нет этой цели. И вот мы будем заниматься здесь реальными вещами, у нас будут практические занятия, у нас будет много чего. И пранаямы, и мантры, и упаи, и чего такого мы здесь не будем делать. Потому что эту проблему надо решать комплексно. Но начинать надо с самого главного. У нас есть рождение. Пункт А. Куда мы движемся после своего рождения? Что представляет из себя пункт Б? Задайте себе этот вопрос. Какой у вас смысл жизни? Какая у вас цель? Кстати, договоримся так, что если у вас возникают вопросы, вы задавайте их вслух. Это вот наша аудитория онлайн. Так, чтобы все слышали, все понимали мой ответ. Вот первая и главная задача, с чего все начинается вообще. А какой у меня смысл жизни вообще? Для чего я живу? Вот некоторым, наверное, первый раз в жизни придется задать себе такой вопрос. Как говорят, экзистенциональный. А для чего я живу вообще? В чем смысл моей жизни? Вот это вам будет задание к следующему занятию.